Они робко входят в большой зал районной администрации, но крепко поддерживают друг друга. Юбиляров золотых и бриллиантовых свадеб приветствует Одинцовский эстрадный оркестр громко и торжественно. Глава городского поселения Одинцово лично встречает виновников торжества и вручает им памятные подарки. Кстати, задумка поздравлять образцовые пары существует уже давно. Этой городской традиции 20 лет, но своей актуальности она не теряет. Прожить достойно вместе не один десяток лет – не только пример для подражания, но и тяжелый труд. Сегодня чета Андреевых первую встречу вспоминает с улыбкой и делится секретом крепких семейных отношений. Я приехала с училища туда. Отправили нас 44 человека с Орла в Москву, да? А он после армии его туда завербовали. Там мы, нельзя так говорить, там мы и познакомились, потом поженились молодым ребенком, чтобы любили друг друга, уважали друг друга, любили страну. У этих счастливых супружеских пар за плечами 50, 60 и даже 70 лет совместной жизни. День семьи, любви и верности для них главный ежегодный праздник. Я хочу выразить слова благодарности вам не только как созидателям, которые прожили свою жизнь и отдали свой труд родине, стране, городу, но и как людям, которые большинство из вас воспитали своих детей, внуков, которые и сегодня еще продолжают воспитывать самых-самых маленьких ваших близких, родных и родственников. Для супружеских пар подготовили яркую концертную программу. Со сцены прозвучали знакомые, любимые песни. Эти глаза напротив калейдоскопа, где? Эти глаза напротив ярче и все теплее. Современной молодежи точно есть чему поучиться у этих супружеских пар. Взаимопонимание, уважение и непоколебимые семейные ценности – основа их крепкого и счастливого брака. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».